Вот получилась такая банная печь по белому. Это у нас выходит портал. Я еще маслом его покрыть будет. Высыл немножко дал. Большая на самом деле печка получилась по белому. Это у нас предбанник, выходит портал. Это у нас моечная часть получается будет у хозяина. Это сама печка. Между стенкой и печкой проложили мини-лит и одеяло пожарное. Там как бы пустая стенка, чтобы отодвинуть трубу от стенки и печку от стенки. Ну и соответственно там лежат плиты, получается, шамотные на топке. Вот эта полка под бак. Бак будет на 100 литров, получается. Бак вот он стоит у него. Вон он чутка побольше сделал. Тут у него получается не как я хотел. На метр на 25. По высоте метр. Не, по высоте 70, да. А по ширине 25 я хотел, а он на 30, ну он от отца принес. Вот, ну короче, это получается прямой ход, две задвижки, это прямой ход. Когда мы закрываем, печка работает в зимнем режиме, будет подогреваться. Сделал такой теплообменник. Здесь у нас будет парилка. Немножко темно, короче. Сейчас попробуем посветить. О, светим. Здесь варили ящик железный ящик. Не маленький ящик такой получился. Там будут лежать камни. По кругу идет дым. Вот здесь по кругу идет дым, снизу костер, здесь идет дым. Здесь этот теплообменник у меня стоит, чтобы чистить. Теплообменник я внутри защитил. Перегородка шамотной. Туда тоже заходит у нас огонь, дым. Вот такая труба получается. Сейчас напарник делает там галстук для трубы. Сейчас покажу топку. Топка тоже получается не маленькая. Вот у нас получается топка. Там внутри шамотная плита. Вот за этими двумя дырками, ну, отверстиями, да. Там у нас теплообменник получается. Допили уже один раз, все нормально. Прогоняли, все работает. Спасибо.